кивнул, высунул носик птенец из-под перьев красавицы этой с желтыми глазами, желто-оранжевыми. Итак, сегодня 9 июня 2020 года и сейчас 13 часов 32 минуты. Вот я включил эту трансляцию из гнезда рыболова. Там самолет, очевидно, трасса где-то проходит воздушных судов. И гул реактивного двигателя слышен был. Там недалеко находится аэропорт Лепое, города Лепое, на западе Латвии, на юго-западе Латвии. Но правда там, да, там международный сертифицированный аэропорт, но там очень редкое движение. В основном все самолеты летят курсом на Ригу. Рига более такой крупный здесь порт, чем аэропорт Литвы даже, хотя Литва покрупнее республика, чем Латвия по количеству населения. Вот. А в Таллине там еще меньше оборот и пассажиров, и грузов. Ну, звуки из рижского аэропорта тоже слышны бывают в трансляциях. Но там трансляции, где вот идет трасса Сигулды, над городом Сигулды. Там вот иногда слышны эти работающие двигатели уже в воздухе, но от Сигулды до Риги где-то, наверное, 80 километров. Но там при взлете самолеты делают разворот, взлетают в основном они в сторону юга и делают разворот или левый, или правый. И если левый, то они этот полукруг делают с юга на юго-восток и потом идут в сторону севера. И вот в этот момент они пролетают где-то вблизи Сигулды наверху. Ну, уже, наверное, на километре, на километрах 5-6 уже набирают эту высоту к этому времени и на этом расстоянии. И курсом они летят с этой стороны, делая левый разворот. Я так думаю, логично, если рассуждать, то курсом вот на Таллин, на Финляндию и также на Америку. Через над Финляндией примерно они пролетают туда, в западное полушарие. А здесь я посмотрел вот эту сценку красивую, когда маленький цыпленок выглядывал. Вот он сейчас тоже чуть-чуть выглядывает, но когда решил снимать, он тогда больше вылезал. Совсем снаружи была, и
и крылышки чуть-чуть, и головка видна была. А сейчас он только изредка так показывается. Только видна голова. Голова его бывает. Ну вот, и сегодня очень так разноголосно распевают птицы после вчерашнего дождя, хотя погода еще не ясная, но дожди уже утихли, и природа наслаждается, особенно, конечно, зелень вся рада этим дождям, которые вот со вчерашнего дня понемножку сначала, а ночью очень сильные дожди были. Вот давно уже этих дождей не было, наверное, дней 8 или даже больше, а солнышко уже припекает, июнь месяц начинается, поэтому земля требует влаги, вот она ее и получила. Тут вот утихла какая-то птичка, такие звуки извлекала, как будто морзянка была. И другая птица более такими продолжительными отвечала, как бы они переговаривались между собой. Она более продолжительными такими, какими-то вот трелями обменивалась с этой морзянкой. А вот здесь слышен филин, мне кажется, сова ухает где-то и в лесу. Ну, такие крики слышны. Я недавно начал смотреть сегодня эту трансляцию птиц. Вот, посмотрел только морских орлов, там два птенца больших уже, одни лежат пластам, спят, дрыхнут после, наверное, дождливой ночи бессонной, поскольку в дождь, наверное, им не спится особо. Вот. Ну и также это вот самка. Орла, который сейчас видим, или скопы ее еще называют, тоже, наверное, бессонную ночь провела. Я видел как-то, как она сидела, уже птенец был, и как она вечером боролась со сном. Глаза у ней закрываются, и она как бы погружается в сон, и даже голова у ней сваливается, как полностью похоже, как когда люди где-то на собраниях внезапно задремлев, опускают голову, или даже вот эта голова у них падает на грудь. Так и эта птичка тоже, видно, какую-то бессонную ночь провела. Ну, что-то тревожило здесь. Наверное, какие-то птицы летали большие. Ну, а сейчас она, мне кажется, с ясными глазами. Пока. Наверное, подремала уже утром.
Так, уже 13:42. Буду заканчивать это, снимать это видео, так как здесь пока никакого интересного события не наблюдается. Непонятно еще, а скорее всего, наверное, так и остаются два яичка насиживаемые, нигде птенцы еще не вылупились. Но неизвестно, появятся ли эти птенцы. А один так и остается, который, ну, тут несколько минут назад можно было видеть. Перерыв.